Это было ближе к 9 утра. Честно, я на часы не смотрел. Ну, тоже начали. Здесь она бомбить начали со стороны Балабановки. Вот, видимо, пошли туда напрямую. В подъезде стекла повылетали. Ну как, у людей понятно, что у всех, у кого окна выходят во двор. Люди без окон, некоторые без дверей, некоторые двери повышибало, то слухливо. Изнутри. На четвертом этаже двери у людей повылетали. То есть я когда спускался, схватил ребенка, пошли в подвал. Андрюха подальше схватил собаку под мышку, чтобы лапу не порезал. А так, ну, собственно, соседи. Двери вылетели. Когда выходил, дверь пришлось относить, потому что соседскую дверь подперла. Вот единственное, что здесь дверь выбита была. Здесь я живу, но у меня в квартире все целое. Единственное, то, что вот дверной волной дверь вышибло. Благо, собственно, не дверь, одно название, поэтому открыть ее проблем не составило. Ну вот, как-то так. Вот здесь раму вырвало, согнуло, вырвало со стены, это самое, раму. Нужно полностью окно менять уже, раму не заменишь. Ну, в смысле, не отремонтируешь. Какой подарочек нам сделали людям. Дом заселился, построила советская власть, и заселились люди, получили ордера в свое время. А теперь россияне уничтожают это все. Это старая постройка. Ну вот вам и русский мир. Русский мир нас бережет, хотя мы разговариваем все на русском языке.